Накануне в Москве министр промышленности и торговли Новгородской области подписал соглашение о сотрудничестве с X5 Group. Этой российской розничной компании принадлежит сеть популярных продуктовых магазинов. Сегодня к проекту завода присоединился X5 Group. Это большое количество магазинов. Магазины «Пятерочка», магазины «Перекресток», которые расположены на территории Новгорода. Жители региона теперь имеют возможность получать скидки по данной карте. К Новому году это особенно актуально, потому что новогодний стол будет шире, и все люди, которые пользуются данной услугой, смогут получить дополнительную скидку. По соглашению, X5 Group будет предоставлять скидки держателям социальной карты «Забота» в магазинах своих торговых сетей. На сегодняшний день это самый крупный партнер проекта. На территории региона 112 магазинов «Пятерочка». Первый из них в Новгородской области появился в 2008 году. Компания планирует и дальше развиваться в регионе. Напомним, что проект «Социальная дисконтная карта «Забота» реализуется с 2020 года. Информацию о том, кто может получить карту и какие компании предоставляют социальные скидки по ней, можно узнать на сайте проекта забота53.ру.